Развитие социальной инфраструктуры – один из пунктов застройки областного центра в рамках подготовки к тысячелетию. Особенно в таких объектах нуждаются новые районы, где проживает большое количество молодых семей. Именно поэтому строительство новой школы в юго-западном микрорайоне под номером 2 стало событием важным и знаковым. Сейчас идет полным ходом строительство уже самого здания. Ведутся работы по подсыпке территории школы. Значит, идут работы по монтажу каркаса, устройству наружных стен. Конечно, довольно низкие температуры воздуха сказались на темпе работ, однако несущественно. Теплое время года все расставят по местам, говорят строители, добавляя, проект непростой, по-своему уникальный, а потому просчеты недопустимы. Это единый комплекс, просто отдельный блок начальных классов, он будет как бы отдельно, но он будет соединен с основной школой, будет один общий пищеблок, поэтому так, ну, разделили так в ходе проектирования. Потому что при проектировании вот этого микрорайона Юго-Запад 2, здесь и было предусмотрено размещение школы на такое количество мест. Новая школа с блоком начальных классов вместит в себя 1480 учащихся. Комплекс будет устроен таким образом, что ребята старшего и младшего звена практически не будут пересекаться. В проект входит не только строительство самого учреждения, но и обустройство прилегающей территории с использованием современных покрытий. Проект, в принципе, можно назвать индивидуальным. Это четырехэтажное здание, территория полностью со стадионом, с современными будет покрытиями, спортплощадок, самого стадиона. Поэтому, ну, в отделке применены самые действующие сегодня, где хорошие материалы. Работают строители в рамках комплексного плана, который регулярно обсуждается специалистами всех занятых в возведении школы и служб. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе 2019-го.